Привет, ребята! Вы над прошлым видео с фокусами набрали очень много просмотров. Так что я подумала и решила, что сниму для вас еще одну серию. Но уже с фокусами такими же, которые были в той части, только уже с... я буду раскрывать их секрет. Посмотрим на первый фокус. Первый фокус у нас со стаканчиком и с монеткой. Берем обычный платок, накрываем. Вот, монетка у нас вот тут. Вот. Смотрите. Берем волшебный карандаш, абракади-абракаду. И открываем. Опа, монетка исчезла. Посмотрите, ее нигде нету. Вот. Видите? Удивительно, правда? Сейчас же я раскрою их секрет. Этот секрет. А секрет этого фокуса в том, что нам нужно вырезать вот такой вот кругляшок, чтобы он сюда приклеился. А теперь это нужно приклеить к самому стаканчику. Стаканчик должен быть обязательно прозрачным. Потому что если он будет таким, то не будет видно, как это само происходит. Вот. Должно у нас получиться что-то вот такой конструкции. Вот. Аккуратно суперклеем, потому что он очень-очень едкий и клейкий, и он может приклеиться к рукам. Следующий фокус. Тут у нас немножко воды. Наливаем воду сюда. Трясем. У нас выпадает лед. Та-дам! Смотрите секрет этого фокуса. Вот и секрет этого фокуса. Тут у нас немножко водички. В эту кружку мы кладем кусочек вот такой вот губки. Обрезаем ее по контуру вот этой вот кружечки нашей. Чтобы не просвечивалось. Кладем сюда губку. Здесь у нас водичка. Кладем сюда кусочек льда. И заливаем воду, губка впитывает воду, а вы потом трясете эту кружечку, и выпадает вот сюда вот кусочек льда. Вот смотрите третий фокус. Смотрите, абсолютно пустая шапка. Я могу ее даже перед вами потрясти, вот. Потом, смотрите, сейчас я достану из этой абсолютно пустой шапки предмет. Та-дам! Это колпачок от фломастера, который я так долго искала. Как же так произошло? Секрет этого фокуса в том, что мы показываем шапку, вот. Видим, что она пустая. А в руке в это время у нас должен быть этот колпачок. Вот. То есть мы вот так вот показываем, что как бы она пустая. Чтобы колпачок не было видно у нас в руке. Потом засовываем ему руку и говорим, сейчас я достану оттуда из шапки один предмет. Засовываем. Потом как бы тут... Будто бы мы его ищем, потом достаем, та-дам. А все это время просто мы эту руку, которую мы впоследствии засунули в шапку, в этой руке у нас лежал колпачок. Вот и секрет этого легкого фокуса. Последний, четвертый фокус. Вот вы видите монетки. Сейчас мы их накроем.
карточками. Одинаковыми. Теперь смотрите, достаем. Опа, монетки не оказалось. А вот тут вот достаем, тут уже две. Как-то такое, как это возможно? Кладем назад. Вот так накрываем все монетки. Тут эти две монетки. Берем вот эту карточку, например. Опа, тут тоже нету. Открываем вот эту. Тут уже целых три монетки. Смотрите. Целых три монетки. Кладем карточку на место. Открываем вот эту карточку. Опа, а тут тоже нету. Открываем вот эту карточку. А тут уже четыре. Смотрите. Кладем назад эту карточку. Абракади, абракаду. Пятая монетка появилась. Открываем, а тут уже пять монет. Вот. Целых пять монет. Вот такой фокус у меня получился. Смотрите, как его сделать. Секрет этого фокуса в том, что мы вот здесь вот лежит монетка, и мы должны как бы случайно, будто бы, поставить ее близко к этой или к вот этой, без разницы, чтобы мы быстро и незаметно накрыли одной карточкой две монетки, потом четырьмя карточками мы накрываем остальные монеты. Потом мы быстро очень забираем вот эту вот карту с монеткой. Показываем, что тут пусто. Открываем вот эту карту, а тут оказывается две монеты. Дальше мы вот эту карту типа забираем, кладем ее в какое-то место, а вот эту карту мы берем и кладем с монеткой. С третьей, вот сюда вот. Получается, что потом мы вот это вот быстренько забираем, показываем, что тут пусто. А вот тут оказывается у нас три монеты. Потом мы берем эту карточку, где он, вот эту вот, которую мы достали вместе с монеткой. Вот здесь вот. То мы должны вот так вот накрыть. Потом открыть вот эту вот последнюю монету, вот эту вот последнюю карточку. Давайте я ее сюда вам придвину. Вот так вот тоже, но очень быстро. У меня просто сейчас не очень хорошо получается. Вот. Убрать и показать, что тут у нас уже аж 4 монетки. Вот. Аж 4 монетки. Потом вот эту карточку взять и накрыть. Вот так вот, как бы с монеткой карточка. И потом, через пару секунд, можно вот так вот карандашом помотылять, типа фокус-фокус, тру-ля-ля. И вы поднимаете, а тут он у вас уже 5 монет. Вот такой фокус. Он самый сложный, мне его очень плохо удается делать, но... Всем удачи, пока-пока.